Борис Джонсон после выздоровления скажет, что Петров и Баширов там приезжали, и чего вот поэтому... Давайте там... не будем шутить, пусть он выздоравливает. Пусть он выздоравливает. Почему на это? Вы, знаете, вы можете как он человек, толерантность да. проявлять, а я не собираюсь. Этот человек, который делает для моей стороны только подлости сплошные. И почему я должен веселиться там? Ой-ой-ой, давайте пошлем туда гуманитарку. Давайте туда еще им гуманитарку. Нашим врачам не хватает. Давайте туда им, туда Борису там. Не дай бог, он, там что с ним случится. Ничего с ним не будет. Ну, главное, чтобы вылечили. Такие выздоравливают сразу. Был бы нормальный человек. 10 дней температуры у человека, Алексей Александрович. Чего? А зачем? Ну, вот смотрите, что происходит. Ну, я понимаю сербам, братья, вообще не вопрос. Послали помощь. Надо было сразу направить. Но мы сначала в Америку, понимаете, туда им, там, самолетик. Попросили, в Италию мне понятно. В Италию понятно. Там наш военный. Пусть там тренируются. В Америку, кстати, мало ли что. Часть. Мало ли что. Нормально. ИВЛ в Эстонию продали. Тоже военных надо направить. Вот там и тоже отдали. Надо. Маски посмотреть. Отдали, а ИВЛ продали. Но, что касается Сербии, а уж тем более Соединенным Штатам, ну, знаете, вообще непонятно. Мы говорим о гуманитарке. Я не понимаю, что значит гуманитарная помощь. Они заявляют, что они половину груза оплатили, а половину оплатил еще какой-то фонд кривых инвестиций. Я не знаю, кривых. Что это фонд. Понимаете, он лучше бы оплатил наших граждан, которые сидят сейчас в других странах и не могут приехать в Россию. Че он не оплачивает? Им, оплачивает. Что он американцам помогает? Правительство выделило деньги, полмиллиарда дошло до счетов. Однако сидят тысячи наших граждан МИДа. Не могут приехать в Россию. Было сообщение, делать, что вообще? Не будут забирать. Нельзя этого сейчас делать. Сейчас есть нам сообщение, что будут продолжать вывоз. Будут продолжать знаете, вывоз наших граждан. Я согласен, если там Си Цзиньпин, там Путин и Трамп о чем-то договорились. Пожалуйста, там помогать будем как угодно. Но если договорились, а если нет? Поэтому помогать надо только тем, кто нам помогает. А так мы скоро пошлем в Прагу 6 гуманитарную помощь, которая памятники подонок сносит, а мы ему помогать будем. Не будем. Думать же не надо будем, головой. Не будем. Но и желать заразиться коронавирусом тоже. То, что мы помогаем другим странам, это помогает нам, конечно.